Мы должны найти способ увидеть код внутри вас, мистер Адерли. Я боялся, что вы это скажете. Должен предупредить, что я очень чувствителен к боли. Однажды я отрубился во время того, как облизывал Марку. Эй, согласно базе данных шпионской корпорации, Уильям Козленок имеет 3 просроченных книги из библиотеки. Я всегда подозревал, что Козленок имеет скрытые преступные намерения. Доброе утро, Спай Фокс. Надо загрузить автомат новыми шпионскими изобретениями. Вам следует осмотреть их, Спай Фокс. Они могут быть полезными. Рентгенный клей. Как он работает, профессор Крэг? О, это новый, мой улучшенный клей рентгеновского излучения. Я объясню, как это работает. Вы берете, накладываете это на что-нибудь мясное и смотрите, что внутри. Самое хорошее — это то, что после вы можете пожевать остатки. Он имеет освежающий говяжий вкус. Знаете, 4 из 5 дантистов предпочитают рентгенный клей вместо обычного рентгена. Утке нужно волокно. Что находится в этом овальном контейнере, профессор Кряк? Это небольшое приспособление я называю «забавкой шпиона». Надо только открыть маленький контейнер и распространить забавку по тому, что вы хотите скопировать. Поймать и затем снять забавку. У вас повышенная копия. Выглядит довольно глупо. Я знаю, о чем вы думаете. Вы думаете, что лававка шпиона — глупая никчемная штуковина из магазина игруфы. Вы не знаете, какая была первоначальная задумка. Те дубликаторы украли мою идею. Кажется, это башмак. Что в нем необычного, профессор Кряк? Ау. Это башмак ночного видения, одно из моих лучших изобретений. Если вы случайно окажетесь в темноте, просто наденьте башмак на голову. Как интересно. Да, и это делает превосходную поддержку. Похоже на закуску к водке. Это можно есть, профессор Крэг? Это комплект сырных крекеров. Это поможет вам войти почти в любой фей в мире. Не стану точно объяснять, как это работает. Потому что это очень сложно. Поверь мне, работает как нос. И хорошо разбирается в супах. Да и документы не так плохи. Это монета необычная, профессор Крэг? О, это шпионская ловушка. Позвольте объяснить, как это работает. Это похоже на обычную монету. Если вам надо поймать тройку плохих парней, то монета раздувается и выбрасывает сердце. Это избавит вас от вражеских шпионов. Вдоема, ха! Я выигрываю. Они теряют хвост. Так можно потерять аппетит. Какие красивые запонки. Они тоже необычные, профессор Крэг? Это всасывающие запонки. Я очень горжусь ими. Это крошечные всасывающие тяпочки, которые позволяют забиваться по металлическим поверхностям. Сверхмодные аксессуары для крутого шпиона. Это было вкусно. Это рентгенный клей. Это замазка шпиона. Здесь я храню шпион. Теперь, если вы не возражаете,
Я собираюсь использовать рентгенный клей, чтобы изучить ваши 4 желудочка. А это не будет больно? От боли у меня кружится голова. Само слово «боль» вызывает у меня желание... Профессор Крэг, ваш рентгенный клей отлично работает. Я могу видеть все, что внутри желудка мистера Адерли. Похоже, его часы давно не заводили. Я не хотел бы вывернуться наизнанку. Я нашел записку. А раз я нашел диод, надо найти контрольную панель, в которую он вставляется. Тогда молочное оружие разрушения козленка будет обезврежено. Надо найти этот диод, он поможет мне. Похоже, мне надо найти диод. Без диода я не смогу обезвредить молочное оружие разрушения. Согласно базе данных шпионской корпорации, Уильям Козленок имеет 3 просроченных книги из библиотеки. Я всегда подозревал, что Козленок имеет скрытые преступные намерения. Безделушки. А какова цена чаши с мелочами на этой неделе? Обычно, сэр, они по 20 драхм, но для вас 50. Очень рад. Я возьму. Прошу вас, сэр. Спасибо. Привет. Добро пожаловать в бар. Я Бурый Медведь. Если я могу чем-нибудь помочь, Сахарок, то просто дай мне знать, окей? Большое спасибо. Так что случилось с тем игроком в карте? О, смотри за ним. Это мистер Биг Пиг, местный грязи-барон. Он играет в «Поймай рыбку». Он очень вспыльчивый. Для чего трофей? Это мой приз за петушиную борьбу. Я брала уроки мастера Гонконга. По крайней мере, до некоторого времени. Особенное по вторничному. Вот одно специально для шпионов. Я не могу войти, пока кто-нибудь не отопрет дверь. Извините, вы владелец этого судна? Я Джеймс Драйм Пол, капитан судна «Успех». Рад встрече с вами. Меня зовут Фокс. Спай Фокс. Это хрупкое старое судно. Достойно быть в море? Достойно море? Достойно море? Конечно, оно достойно моря. Вопрос, скорее, не в том, достойно ли оно море, а достоин ли ты его. Понимаю. Та миленькая игрушечная лодочка. Это ваша? Хе, месье, именно поэтому я и стою здесь, у этого подиума, на этой заплеванной чайками палубе, и разговариваю с вами. Так это не ваша лодка? Нет, она принадлежит моему боссу. Извините, месье, но куда вы собираетесь? На борт. Месье, наверное, шутит. Никто не допускается на борт развальный,
безобразленного золотом воскового запечатанного написанного от руки приглашения, понял? А у вас есть хоть одно, месье? Нет. Тогда, боюсь, месье, лучше стать самолетом и потеряться в Бермудском треугольнике. С этим я могу собирать информацию о корабельной вечеринке. Я заметил, что была вечеринка на том большом судне в доках. Ну, я понимаю, что вы могли бы пойти, если бы были приглашены. Да. Фактически я иду, как только выйду с работы. Оу, так вы получили приглашение? Конечно, получил. Это также прикольно. Вы хотите посмотреть на него? Почему бы и нет? Я люблю смотреть на него. Вы думаете, все будет нормально, если я позаимствую ваше приглашение? Конечно, нет. Оно было послано мне и только мне. Должен же быть способ, чтобы попасть на борт. Я не могу скопировать приглашение в то время, как он смотрит прямо на меня, но, возможно, я смогу сделать кое-что, чтобы отвлечь его. Я не хочу упустить случай, подобный этому. Я возьму Тедди. Позвольте мне достать его для вас. Вы это делаете с какой-то целью? Опять вы? Сколько раз я должен повторять? Это честная вечеринка. И без приглашения вам нельзя находиться на борту. Шиш! Вы думаете, что они будут? Yeah. Дайте мне посмотреть. Подписано Росси Блу. О, сэр. Это такая честь для нас принять вас на борт корабля. Пожалуйста, будьте как дома. Почему? Спасибо. Как мило с вашей стороны. Какая подлиза. Надеюсь, месье приятно проведет время. Если я еще что-нибудь могу для месье сделать... Пожалуйста, дайте мне знать. Конечно. Итак, это корабельная вечеринка. Прежде чем я присоединюсь к гостям, надо дать Monkey Penny знать, что я здесь. Спай Фокс передвижному командному центру. Please stand by. Привет, Спай Фокс. Как идут дела? Я только что попал на судно развалина. Я собираюсь осмотреть все вокруг. Хорошо. Смотри, там могут быть подсказки о том, где секретная крепость Козленка. Если крепость Козленка настолько секретная, то откуда мы знаем про нее? Мы шпионы, Спай Фокс. Наша работа знать. И мы хорошо ее делаем. Спай Фокс вышел. Привет. Я хочу присоединиться к вашему оркестру. Уверен, что знаешь, как оживить вечеринку? Вы играете без страсти. Спасибо, сэр. Всегда приятно, если один из гостей меломан. Надеюсь, вам понравится вечеринка. Привет. Вы должно быть... Русси Блу. Леди из высшего общества и владелица развалины. Фокс. Пай Фокс. Позвольте спросить, чем вы занимаетесь? О, какой вы любопытный. Как будто я раскрыла свои деловые секреты. Секреты, да? Вы такая слабая, мисс Блу. Конечно, я слабая. Я проницательна в бизнесе. Скажем так, мой бизнес — международная торговля. Окей, вы разбудили мое любопытство. Что за груз перевозит развалина? Эта информация только для меня. Как вы могли видеть, развалина — роскошное судно. Позвольте мне спокойно наслаждаться. Понимаю. С этим я могу собирать информацию о Русси Блу.
что за лягушачий костюм? Подходит для земноводных. Такой лягушачий костюм может пригодиться. Особенно если учесть всемирный кризис молока. Извините, я ищу комнату для отдыха. Это мост. Голова ниже. Вообще-то, мне тоже хотелось бы отойти. Но я не могу покидать пост. Петушок и регистратор суммы. Потом придет моя замена. Ха! Повесить как следует. Уверен, скоро тебе станет легче. Так или иначе... С этим я могу собирать информацию о марке охранники на судне развалина. Манки-Пенни, что ты можешь рассказать о Руси Блу? Рада, что вы спросили. Посмотрите на экран. Это то, что имеется в базе данных. Имя. Руси Блу. Она также проходит как госпожа Блу, старушка Блу и кис-кис-кис. Род занятий. Владелица и управляющая судно развалина. Глава по связям с общественностью КНК. Близкий партнер Уильяма Козленка. И одна из плохих кисок. Преступление... Неприличный танго. Оправдано. Намерение потанцевать танго. Оправдано. Танец танго. Оправдано. Постоянно танцевала танго. Оправдано. Комментарий. Руси Блу, очевидно, находится в сговоре с Уильямом Козленком. Она не только очень опасна, но могла бы быть и прекрасным источником информации относительно местонахождения Козленка. Я думаю, что вы должны еще раз проверить тот океанский лайнер. Возможно, там есть карта, показывающая маршруты морского судна развалины. Это могло бы дать нам ключ местонахождения Козленка. Имеется нечто подозрительное, касающееся этого океанского лайнера. Я думаю, что я должен проверить это. Там может находиться карта, которая может привести нас прямо к секретной крепости Уильяма Козленка. Хорошая идея, Фокс, я подумаю об этом. Что это за парень на мостике развалины? Что он охраняет? Он один из головорезов, который охраняет что-то необычное. Попытайся разглядеть поближе. Капитан, вы готовы совершить небольшую прогулку? Хотелось бы, но есть одна проблема. Я не могу покинуть порт без счастливчика. Вашего счастливчика? Да, дружище. Потому что там море, конечная граница. На счету моего судна успех 25-летняя миссия поиска новых морей и цивилизаций. Я смело отправился туда, где до меня никого не было. Но без моего счастливчика это было бы слишком рискованно. Я не могу рисковать. С этим я могу собирать информацию о капитане Драйпол и его счастливчике. Что там готовят? Пахнет вкусно. Это шумит водопроводчик. Здесь хранятся мои записи. Что вы знаете о капитане Драйпол и его счастливчике? Это была незабываемая ночь. Поясни, пожалуйста. Капитан Драйпол посмел играть в поймай рыбку самим мистером Биг Пигом.
Иногда во время этой игры человек теряет свое лицо. Капитан Драйпл не показывался здесь с тех пор. Понимаю. Драйпл просто проиграл счастливчика. Что ты знаешь об этом доносчике с развалины? О, этот тип приходит сюда после работы каждый день. В котором часу? Он приходит сюда через 17 минут после начала счастливого часа. Интересно. Похоже на вид высокотехнологичных часов. Это может помочь. После всего этого говорят, что время есть все. Вот так. Моряк сказал мне, что этот звук означает конец смены.